Здравствуйте, меня зовут Екатерина Березовая, а это значит, что пришло время для боя с тенью. Бой с тенью – это видеоурок, с помощью которого боксер может развить свои профессиональные качества. Этот выпуск мы решили посвятить развитию скоростно-силовых качеств боксера. Ну и будем это делать с помощью такого спортивного снаряда, как жгут. Скорость, значит, нам в короткий промежуток времени нужно преодолеть какое-то определенное сопротивление. Скорость растет по мере того, насколько быстро мышцы способны это сопротивление преодолевать. Что, в общем-то, абсолютно не подходит к независимым весам. А вот жгут, как раз мы можем стать под таким углом, чтобы мышцы всю траекторию у нас работали на разгибание, предположим, именно в специфической стойке, та, которая нужна боксеру. И есть возможность преодолевать это сопротивление с максимальной скоростью. Вот. Здесь как раз скорость без силы, она как бы в боксе тоже неинтересна. Здесь скоростно-силовые качества плюс ко всему еще закрепляются. Вот сейчас Шухрат станет в первую очередь свою боевую стойку, ту, в которую он ведет бой. Это у него левосторонняя стойка, основная у него рука ударная. Сейчас он ей будет наносить удары. Значит, зачем он должен следить? Он не просто должен... Во время удара весь комплекс мышц работает. Вот жгут как раз позволяет взаимодействовать этим всем, эти все мышцы взаимодействуют для того, чтобы привести к конечному результату, к удару, к разгибанию руки. Следовательно, у него должна работать задняя нога, у него таз должен работать и должны повернуться плечи. Да? Чтобы этот жгут работал сразу же, он отходит на расстояние, когда жгут уже натягивается. Да, то есть жгут уже натягивается. Те ошибки, которые могут встретиться во время боя, мы сразу же их должны снивелировать, то есть сразу же поправку делать. То есть левое плечо должно уходить назад, левая рука не должна опускаться во время удара, он не должен быть открыт. То есть тренер, естественно, за этими всеми вещами следит, ну и сам боксер пытается как бы себя контролировать. И здесь очень важно не тянуть жгут, а так, взрываться так, как будто бы он хочет порвать этот жгут. То есть здесь именно нужен взрыв. Выполняя упражнения на скорость, не пытайтесь делать максимальное количество повторений. Как только мышцы устают, пропадает взрывная сила. А здесь как раз акцент делается на то, чтобы боксер не натягивал жгут, а срывал его с места. Поэтому порядка 12 повторений для такого рода упражнения будет достаточно. Это довольно универсальное упражнение. В чем его универсальность заключается? Что боксер практически находится в том состоянии, в котором он находится во время боя. То есть это положение ног, положение рук, положение корпуса. Вот. Мы сейчас с вами посмотрели, как боксер бьет прямые удары. Да? Здесь точно так же можно наносить и боковые удары. Упражнение на косые мышцы живота, потому что они присутствуют в боковом ударе. Да? Здесь боксер становится на одно колено и скручивается, опять же, с максимальной скоростью. Таким образом, проработав поясничный отдел, мы приступаем сейчас непосредственно к самому удару, к боковому. Здесь тоже очень серьезные требования непосредственно к самому удару. То есть боксер не должен думать о том только, чтобы как бы выкинуть руку вперед. Он должен контролировать положение ног, положение корпуса и положение свободной руки, чтобы не открываться во время удара. Соответственно, опять же у нас толкает задняя нога, скручивается таз, плечи поворачиваются и вылетает рука. Правильной траектории с поднятым локтем. Данный снаряд позволяет проработать все удары. Для того, чтобы бить апперкот, так как удар бьется снизу вверх, нам нужно, чтобы воздействие было маленько под другим углом. Мы, соответственно, ниже опускаем сам жгут. И точно так же здесь может быть два упражнения. Первое
это на плечевой пояс, который работает в апперкоте, при апперкоте, да, и потом непосредственно сам удар. Первое движение делается, рука чуть-чуть согнута в локте, прямая, и здесь мы прорабатываем, именно взрываемся плечевым поясом, да, чтобы мышцы плечевого пояса работали. После того, как мы проработали плечевой пояс, то есть, если вы заметили, рука практически не сгибается, то есть она не работает как в ударе. Но плечевой пояс повторяет те движения, которые присутствуют в самом ударе. То сейчас мы ручку уже ставим на место, и боксер уже будет наносить удар от головы. То есть удар будет более короткий, сухой, без замаха. И здесь уже мы приближаем работу мышц непосредственно к самому удару. Шухрат, ты как? Нормально. Нормально? Ну, так и говорят профессиональные боксеры после такого сложного задания. Валерий, действительно, я думаю, очень эффективное упражнение, работа со жгутом. Вы сказали, что еще какие-то удары можно отрабатывать. Да, в принципе, удары, производные от тех ударов, которые мы уже били, это удар по корпусу, как боковой, так и апперкот можно бить. Соответственно, просто уровень удара понижается, а по сути упражнение остается то же самое. Да, то есть отрабатываются все удары. Спасибо большое за очередную интересную тему для тренировки. Ну, я напомню, что героями этого выпуска сегодня стали профессиональный тренер по боксу Валерий Ефремов, ну и профессиональный боксер Шухрат Джалилов.